Мы его не рекламировали. Мы начали обсуждать, что две недели прошло, и вот доктор под впечатлением. На себе это испытала, что было, и то, что стало. И вот я не думаю, что даже бы какая-то дикая, потому что я еще поперлась тоже. Намазалась и пошла. Солнце было, его как назло. Я говорила, не надо, пожалуйста, солнце. Да, и у меня как назло. А причем как раз оно шарашится. Солнце, я делаю. И вся неделя солнечная. Я гордо пошла, нормально. А когда вот, может быть, какой-то настрой внутренний, сказал, что ничего не будет, все будет отлично. Ни одной подминтиночки, ни денежки, прям здорово. Вот еще тут одна. Так, у нас осталось, значит, еще пошла сейчас за... Сейчас Ольга пойдет за фильм. Да, за фильм. Она уже ушла. Она пошла за фильм. А мы подытожив, расставим точечки еще, да? Ну, как-то покорректнее. Вот у нас есть такие подписки. Вы можете даже что-то сейчас, если вы уже... Мужчина зимой приедет. Видите, прямо над мышцей, да? Вы поглубже опустились или нет? Просто нашли. Если подкожно, на мышцы, да? Все. Больно все кружилось? Ну, больно это, конечно. Больно. Тоже так же, да, как на костнице получается, да, по чуть-чуть. Тогда поближе вот сюда, да? Вот она будет делать.
рассказывала, что вообще как вообще не больно, как вообще хорошо. Конечно. Она уже забоялась. Ну, все. Ну, я думаю, что когда постоянно что-то делаешь, даже уже месяц тебе примет. Или делаешь через неделю. Три-четыре раза мне уже не будет. Ну, что я не знаю, снимать тут человека. Ну, конечно. Вообще, так же божественно. Можете голову? Сюда немножко. Почему здесь стоит? Зачем это? А, Мария Климовна, еще вопрос по шее. Прямо с полноценной ножки, да? По горизонтальной. А, ну про это не а по глубине? Потом сюда ходить просто постоянно. Ты ну, филлером, да? Дурина, вот здесь пусто. Да, вот это поэтому чуть-чуть, понимаешь, мы идем вниз. А, шея вообще-то биоревитализация. А, то есть это так. Ну, конилы. Можно конилы, можно и головы. Удобно, мне кажется, конилы. Удобно. Особенно у взрослых удобно. А есть? Можно пусть ну, да, потому что резинка много симптомов. Да, вот так. Вот это еще дизайн нормальный. Да, да. Очень сильно стоит, да. Да, Я бы сделаю чуть-чуть верхнюю губу, совсем капельку. Просто еще? Да, иголочка. А буду, наверное, здесь нельзя заполнять. Более толстой канюли глубоко. Вот здесь вот. А для боли у меня какая канюля была, Марина Владимировна? Вот так, да, пропускаете и разобрали. Просто хочется совсем взять капельку. Марина Евгеньевна, а для боли какая канюля у меня была? А такая, 7, а это же? Это же 27, да. На сокупочку волюм он еще легче идет, меньше сопротивления. Чуть-чуть открываем губки. Потерпите нас, пожалуйста, мы сейчас уже заканчиваем.
Вот вообще. Вот совсем вот красоточку, чуть-чуть, вот капельки. Хорошо, ну, потому что все другие нужны. Потому что обычно тоже все равно так не сделано. Потому что с одной инъекцией? С одной инъекцией, но вот с тут много, а тут нет совсем. Да. Вот так. Вот. Не волнуйтесь, это не станет. Больше никто не заметит, что мы не сделали. Они глазки лучше, да? Совсем как другие губы, и все, и пациента мы теряем. Я говорю, губы не изменились, а говорят совсем другие. Ну, эстетически, мы настолько аккуратненько девочек. Ничего путей. Держите, тут принимайте. Мы делали скулы вот тут вот просто примерить. Тогда лучше доступ снизу брать, да? Да, вот отсюда мы вот так вот проходили. Чуть-чуть мы складили. Вот это больше не надо. Потому что вот тянуть уже вот то, что ничего. Вот, нет, некуда уже тянуть. И вот капельку чуть-чуть отдали на руки. Как вы себя чувствуете? Нормально. Не кружится голова? Нет. Смечу. Давайте еще. Алина, а потом в следующий раз мы с вами посмотрим. Да, здесь похоже. Лучше несколько этапов. Особенно, когда первый раз можно вас? Два и на два. Ну, терпимо. Как вам результат? Ну, отлично. Как вам ваш доктор? Ой, замечательно. А какой раз вы делаете процедуру? Первый? Первый, да? Угу. Что посоветуете тем, кто думает делать такую процедуру? Надо идти, а не думать. Хорошо, спасибо. Я пропустила. Я проспала. Или встала. Глаза и носогубки. Филлер. Хорошо. В основном мы любим вот эти четыре. Четыре посмотрим. Да, есть такие. Сейчас я спросила. А, сейчас только такие. Я не знаю, сейчас такие или... Ну, обычно иностранцы там же на этих самых может так показать. Одну дырочку, прямо из этой дырочки, а и сюда, и туда, и в ту сторону, и в эту. Прям красота. Я тоже.
все разные. Сейчас нарисую.